Добрый вечер, мои любимые, уважаемые читатели, слушатели. Продолжаем наш творческий вечер поэта Владимира Васильева. Хочу для вас прочесть впервые свой авторский стих «Война и мама». Это касается моей мамы и меня. Ушла из жизни, померла от ада, не сказав ни слова, в бреду, не пережив войну. Прости, не защитил я снова, жила б, не умерла, еще б, но ты увидела войну. Сын над могилой склонился и молча Богу помолился, в душе слова болит она. Ну что ты сделала, война? Мою ты маму забрала, войну она не поняла. Который год идет война, и каждый день гудит тревога, что душу разрывает Бога мою, когда она гудит о смерти, а война на кладбище без Бога. Сын над могилой склонился и молча Богу помолился. В душе слова болит она. Ну что ты сделала, война? Мою ту маму забрала, войну она не поняла. Война и мама. Благодарю вас.